что нет. И тут уже Фредди Фрог выходит со спины. Не самый приятный тайминг для SDI. 2 в 1, Чоппер. Молик. Релакса погибает. Все, перекрыли выход для Фредди Фрога. Надо диффузить. Ребята это понимают. Фредди Фрог подгорает, пытается ворваться в плент. И никого здесь не находит. А когда находит, уже становится... становится жертвом того, кого находит. Бомба. Ну и врыв непосредственно через монстра. Неплохая работа от Фредди Фрога. Однако далее включается Колди со снайперской винтовкой. Хоронит троих. И сейчас может быть четвертый. Однако там страхует Чоппера. Далее включается Тап. 3 в 1 для него. Но нет. Даже изначально 4 в 1 было. Два фрага дал. Но далее. Хорошая работа от Team Spirit. Но при выходе на точку Б ошибается дисбаланс. Точнее, при приеме выхода. И винтовка... снайперская винтовка в его руках. К сожалению, в этот раз не звучит угроза. Но приходит тот самый Мэджикс. И он остается 1-1 против Баттона и справляется с ситуацией. Пришел с тыла и все-таки сделал. Ну и... падает Фредди Фрог. Оставшееся звено действует через монстр. И именно сейчас начинает выходить. SDI, по сути, можно вообще покидать. Мэджикс! Новичок коллектива Team Spirit уже оформляет трипл килл. 13 я пропустил насколько, но уверен, что КД больше полутора. Точнее, только начинается. 18 раундов всего лишь позади, и впереди в рамках основного все 12 могут быть. Это максимум. А минимум мы увидим с вами 3. Ну и здесь Фредди Фрог не перестает удивлять, несмотря на лоу хп, на центре. Просто братская могила для... Team Spirit. Решений. Ну, 25 секунд. Другого выбора, как выйти по точку Б, у них уже просто банально не остается. Джел в упоре. Есть первый минус. Есть второй. И тут же должен быть третий. Хотя Колди хоронит. 2 в 2. 12 секунд. За плентом сохраняет позицию. Фредди Фрог его наказывает. И релакс 1 на 1 против Колди. Бомба ставится. Так, Колди откидывает смачок, под который сам же планирует сыграть. Релакса с немобильным девайсом, то бишь с АВП. Но, к сожалению, Колди не ожидал его здесь увидеть на этом тайминге. И за что и был наказан. 11-15. Тотал больше пробит. Ребята из Швеции продолжают набирать свои раунды в надежде выйти на овертаймы. Ну и в целом шансы-то у них есть. Причем довольно неплохие. В виде гранат. И неужели все-таки Team Spirit заберут себе этот долгожданный матчпоинт? 2 в 3. Падает SDI. Подождите. Еще не говорим. Гоп, пока не перепрыгнули. И все ложится на плечи дисбаланса. 8 секунд. 7, 6, 5. Релакса. 1 в 1 против снайпера. Снайпер на снайпера. Дисбаланс берет этот раунд. 17-19. Team Spirit все-таки заканчивают эту игру в свою пользу. Поздравляем, ребята, из СНК наконец-таки с победой. Ну и удачи им теперь уже в закрытых квалификациях.